добрыми пожеланиями к вам, ТВ Михалыч. Говорим о погоде на 8 мая. Пускай у вас все будет хорошо в вашем доме. По республике смещение атмосферного фронта вызовет местами кратковременные дожди. По северу с мокрым снегом. Ветер западный 5-10, днем местами порывы до 20 метров в секунду. В степных районах пыльные бури. Температура воздуха. Баргузинские, Баунтовские районы ночью минус 2, минус 7, местами до плюс 3. А днем тепло плюс 10-15, местами до плюс 6, чуть холоднее. Прибайкальские, Кабанские районы ночью здесь теплее, плюс 2, плюс 7, днем 16-21, можно сказать, жарко. Закаменские, Кяхтинские районы ночью плюс 2, плюс 7, также тепло, по юго-западу чуть холоднее, минус 3, днем 20-25, можно загорать. Наша любимая столица ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10, днем порывы до 19 метров в секунду. Температура минимальная ночью плюс 4, плюс 6, максимальная днем 20-22, комфортно. Атмосферное давление будет падать, составит 709 миллиметров ртутного столба. В 1851 году Верхнеудинск стал административным центром Верхнеудинского округа Забайкальской области. В городе 500 домов, 75 лавок, 3746 жителей. Любить значит жить жизнью того, кого любишь, и находить в счастье другого свое собственное счастье. Любите близких, а ТВ Михалыч – это искренне.